Участие в различных мероприятиях областного и всероссийского масштаба для студентов Пушкинского лесотехнического техникума давно стало традицией. 29 мая в очередной раз волонтеры отряда «Подрост» приехали в Пушкино и в рамках акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» сдали макулатуру. Вот сегодня мои помощники со мной, а вообще в акции участвовали обучающиеся всего техникума. Одна из молодых традиций – это стало участие вот в этой экологической акции. Мы как только узнаем об этой акции, наши обучающиеся, преподаватели, администрация техникума активно принимают участие в сборе макулатуры. Мы ищем эту макулатуру, мы ее находим и потом очень организованно сдаем. Пунктом приема макулатуры 29 мая с 10 часов утра до 3 стал городской парк культуры и отдыха. Организовал акцию наш отдел Комитет управления имуществом. Она проводится при поддержке Главного управления социальной коммуникации Московской области. Эта акция проводится под разной поддержкой не первый год, уже 34-й год точно. От ненужной макулатуры, скопившейся дома, Евдокия и Юрий Иванович избавиться хотели давно. Узнав об акции из газет, они сразу решили прийти и поучаствовать. Решили немножко разгрузить квартиру и собрать весь мусор, пыль собирать, только этот мусор. А много лет выбросить, уже собрали. Выбросить вроде жалко. Тут, может быть, в дело пойдет макулатура. Приняло участие в акции и поселение Правдинский. Полный грузовик бумаги, картона и другой макулатуры приехал в парк. Все это было собрано сразу с нескольких учреждений, таких как администрация, МКУ Правдинский, санаторий «Правда», детские сады «Ласточка» и «Радуга», Братовщинская школа и Росинформагротех. Вся принятая макулатура после закрытия пункта приема отправится на переработку.